Доброе утро, дамы и господа. И сегодня мы едем в Судак. Короче, в Судак едем. 131 рубль стоили билетики. Один билет 131. До Судака от Коктебеля. Ехать где-то полчаса. Может, минут 20. Посмотрим. Мы доехали до Судака. Казалось, ехать не 20 минут, не 30, а минут 40. По жаре вообще дышать нечем. Еще и дорога такая, серпантин. Тошниловка, короче, вокзал еще и находится где-то на окраине. На маршрутке еще минут 20 ехать. Вон крепость. В пути в крепость зашли в столовку. Взяли окрошки и два компота. Еще две сосиски в тесте. И получилось 100 рублей с копейками. Столовка называется «Еда». 200 рублей. Ой, 200 рублей? На 200 рублей. Ну вот, мы дошли. Такие вот билетики. Там вход 150 рублей стоит. Ну все, мы внутри. Тут, короче, можно со всякими джеками, воробьями и рыцарями сфоткаться. Короче, вот этот вот Колизей – это декорация к фильму. Вечная жизнь. Вот хлев. Прикольно, когда делают декорации, потом оставляют их. Выглядит это все как будто бы что-то древнее. Но на самом деле, это все папье-маше. Художники-декораторы хорошо постарались. Немножечко подальше продвинулись. Тут уже вот море рядом. Неплохо тут жилось древним жителям. Подниматься, конечно, тяжко, но чем выше, тем эпичный вид. Так что подниматься придется. Фу. Один из замков Генуэзской крепости. Каминчик такой, не кислый. Вот. Больше меня. Я сниму вид. When I first saw you, my world stopped spinning. Now my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me? Ну все, мы посетили, погуляли. Интересно, красиво. Всем рекомендую. Мы добрались до набережной. Судак, говорят, побил все рекорды в этом году по численности туристов, даже обогнав Ялту. Продолжаем гулять по набережной. Сейчас посмотрим еще народу. Так, народу нормально, как в Коктебеле. В общем-то, особой достопримечательности тут нет. Кроме, естественно, крепости. Вот есть еще столетняя Кипарисовая аллея. Вот сейчас по ней погуляем. Ну, в общем-то, как и в других городах, курортных. Везде продается всякая утварь, сувениры. Кстати говоря, эта улица, получается, аллея Кипарисовая, пешеходная, потому что машин я здесь пока ни одной не увидел. И это очень большой плюс. Сегодня жарище просто вообще знатное. В принципе, все посмотрели. Теперь нам до 7 надо просто где-то болтаться. Если вы едете в Судак, просто погулять на день, особо смотреть нечего. Отдыхать понятно, что там на море хорошо. Зашли в кафешку прямо на берегу моря. Ну, не стали у окна садиться, солнце шпарит. Тут такие очень лояльные цены. Вот салат свежей капусты 50 рублей. Короче, вот это кафе. Восточная кухня называется. Бюджетненько. Крепкий алкоголь не продается, но можно с собой приносить. Вот сколько вечером народу. Ну а мы потихонечку сворачиваемся. Сейчас на вокзал и все. Уезжаем обратно в свой любимый Коктебель.